Дорогие коллеги, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу рассказать вам вот о таком замечательном брашинге. Это брашинг Т-70. Этот брашинг продолжает линейку расчесок Т-9, который служит для объема. Этот брашинг также может создавать объем. Значит, у него нет никакой прорезиненной основы, да, то есть это хороший высококачественный пластик, да, то есть он, видите, гнется. Вот, брашинг очень легкий, легко крутится в руке, то есть дырочки специально сделаны для того, что если у вас, допустим, в руках влага, то есть через них эта влага испаряется. Очень классный, друзья, брашинг, вообще суперский, мне очень тоже нравится. Вот, у него щетинки вот так гнутся, вот если так посмотреть, да, вот на видео, видите, то есть они гнутся, да. А вот, значит, брашинг продувной, вот видите, то есть у него там дырочки есть, то есть, соответственно, он продувной, легко продувается. Вот, собственно, такой вот, ну, такая внутренняя основа, если вам видно, да. Очень-очень легкий, еще раз повторяюсь, да, то есть советую всем. Данный брашинг очень удобный, очень комфортный. Если же у вас будут какие-то там еще вопросы по данному брашингу, вы мне пишите, спрашивайте, я с радостью вам расскажу о нем там в личке, или вы можете мне позвонить в Санкт-Петербурге, всегда буду рад вам о нем рассказать, увидеться. Пишите, заказывайте брашинги, точных вам стрижек, желаю хороших клиентов и пользуйтесь хорошим качественным инструментом. Спасибо.